Кубок памяти, город Пенза, в категории 14-15 лет, минус 52 килограмма. Отработал 5 поединков и выиграл. 2 февраля 2002 года является датом создания спортивной школы «Горки 10». Это было открыто здание бывшего детского садика, которое стояло на консервации долгое время. Ну и поскольку здесь не было спортзалов, то я его долго искал. И вот Евгений Чумичев, Евгений Георгиевич, он посоветовал мне взять это здание. Я его посмотрел. Ну, конечно, это не спортзалы, конечно, но и другого не было. Поэтому расчистили вот это помещение, сделали пол, сделали душевые. И как-то постепенно зеркала завезли, татами, то есть снаряжение, шведские еще стенки поставили. Постепенно это помещение превратилось в спортзал. Делать пам-пам, и потом раскладывался вот это вот движение. После первой вот этой серии пам-пам-пам, еще добавляю, чтобы хорошо стоять. В основном мы как бы зациклены на соревнованиях высшего уровня, то есть всероссийские, первенства России, чемпионаты России. Поскольку спортсмены вырастали, мы их стали вывозить на премьер-лиге в Европу. Там у нас мальчик даже как-то одно время выезжал в Канаду на чемпионат мира. То есть мы периодически спортсмены появляются трудолюбивые, талантливые, которых мы стараемся довести до максимально. Да, знаешь, как будет хорошо, когда ты дома 300 раз делаешь, а на следующий день придешь на тренировку. Значимых учеников, вот у меня уже 7 мастеров спорта и около 50 кандидатов в мастера спорта. Ну, это только подготовленные по 140 районе. Кроме как бы спортивной карате, я преподаю еще традиционной карате. Следующая какая цель твоя? Чемпионат России. Чемпионат России, когда он будет? В августе. В Орле.